1 сентября прошло очередное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. В этот день суточный прирост заболевших COVID-19 по области составил 9 человек, 7 в Смоленске, 2 в Сафоновском районе. Между тем, в Десногорске идет подготовка к сезону гриппа. Мы не получили пока ни одной вакцины, мы ждем, вот сообщение идут, что должны вакцину нам поставить. Поэтому грипп надо прививать в обязательном порядке. Сотрудники МСЧ-135 призывают серьезно отнестись к сезонному заболеванию. После пандемии коронавируса традиционный грипп кажется не такой опасной болезнью. Но нередкие летальные исходы говорят об обратном. По стране это большие цифры, а, допустим, у нас, слава богу, не было гриппа летальных, хотя по Смоленской области в прошлом году были летальные исходы среди детей. Поэтому грипп, конечно, надо прививать. Уберечься от гриппа и от коронавируса, особый эпид-режим, из-за которого пока еще действует, можно при помощи привычного средства – одноразовой маски. Постоянно обходим, постоянно предупреждаем, но, конечно, у нас продавцы сидят без масок, мы это сами видим, ну и также граждане у нас не соблюдают режим повышенной готовности. Указом губернатора области защитная маска все еще обязательна к ношению как среди горожан, так и среди представителей торговли. Мера актуальна как минимум до 7 сентября. До этой даты действует нынешний этап снятия особых эпидемиологических мер.